Дорогие друзья, всем привет! Сегодня буду есть сливки. Вот стаканчик. Мандаринка. И вода. Такой водой запивать. Мандаринка очень ароматная. Вы тоже ешьте побольше фруктов. Это очень полезно. Красиво. Вот такие вот кусочки. Прессованный белгородский. Свежий аромат сливочный. Мягкий. Сразу тает сметанку. Запивать горной водой. Очень вкусно. Такие батончики все напудренные.
очень тающие. Чистая гладкая структура. Для тех, кому нравятся мягкие сорта. Легко ломается. Мне красивая кружечка с дракончиком. Здесь еще чай люблю пить. С мандаринкой. Мандаринкой. Хорошая такая кисленькая кружка. Крошечка. Любители крошечки. Еще кусочек съем. Всем красивой осени, хорошего настроения. Всех целую.